Так, ребята, поймал еще одну. Блин, сейчас испугается. Одна уже отходит. А этот... Блин, я не успеваю фотоаппарат взять в руки. Прям на лету хватают, понимаете? Две вороны. Вот одна вечно боится трактора. Кошмар прям. О, природа дает. Смотри, смотри, смотри. Заглушу, наверное, даже. А, улетело. Смотри, 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 смотри. Против солнца. Идет борьба. Смотри, выжило что? Ах ты, елки-палки. Надо его нафиг заглушить. Ворона за ней полетела. Все, все, все. На лету хватает. А, и вторая уже подошла. Ладно. Ну вот, подъехал еще поближе. Добьет, да. А тот второй ходит там. Он боится трактора. Он, она, не поймешь. Вот они целыми днями охотятся на чаек. Они по 4, ну по 3, по 4 штуки убивают и сжирают. А остальные сразу разбегаются. Нет, чтобы помочь своей. Нет. Вот эта ворона очень агрессивная. Она прямо пока свои, неважно, трактор, не трактор. Не, ну если ближе еще подъехать. Ну-ка, давай-ка. Уже начинает потрошить. Смотри, что делает. Обалдеть прямо. Талма мне говорила, ой, чайку можно было спасти. Да, конечно, сейчас я буду за ними бегать, спасать их. Они всей толпой могли бы друг за друга постоять. Да ну их на, пусть жрет. Вот один ковш отвез. Думаю, вернусь, посмотрю, как дела идут. И главное, по радио еще про орнитологов, про какой-то заповедник идет. Вон уже перья раскиданы, общипывает только так. Давай работай, что ты издалека? А, нет, боится, боится. Чайка еще, по-моему, дрыгается. Видишь, как перья общипывает. О, знает, с толком дело. Видишь, видишь, что делает. На меня только иногда поглядывает. Но, видимо, понимает, что я ничего такого ей плохого вроде бы как не сделаю. Но все равно, ворона такая осторожная зверюга. Давай, давай. О, во как работает. Слышит, что я говорю. О, смотри, чайка еще живая. О, второй прилетел. Кристоса алифантиса, то и дело тянет в его Афины. Идти недалеко. Да, дела. Даже в центре греха.
Ну ладно, работай дальше. Давай, давай, ты уже знаешь, что я с тобой ничего делаю. О, еще работа непочатый край. Ладно, подъеду еще потом, попозже чуть-чуть. Смотрю, уже до Ливера добрались. Еще и клюв чистит. Видишь, видишь? Поделаешь, ну ладно уж. Я повозим еще утром, подтверждается. Доедает. Как в этом поговорке. Товарищи, твои товарищи во враге лошадь доедают. О. Вот такие, ребята, дела. Второй уже нажрался, этот доедает.